Вы понимаете свою общественную опасность в данном нарушении? То есть приводили детей без детского дешеустройства. Да, понимаю. По обстоятельствам можете рассказать более подробнее? Да, конечно. Сидел, убирал в машине, настраивал моего дома. Сын бегал там с детьми, с друзьями своими. Подбежали, попросили прокатить. У вас имеется ли детское дешеустройство автомобиля? Да, конечно. А в повседневной жизни используете его? Ну, если куда-то выезжаю в город, обязательно, чтобы без него. А знаете, какая ответственность предусмотрена за данное правонарушение? Да. Я повторю. По статье 12.23, часть 3, нарушение права превосходных детей, ответственность предусмотрена в размере 3000 рублей. Я понял. Напишем вас с нами протокол. С протоколом можете ознакомиться.